Подготовку восточного сектора округа к предстоящему осенне-зимнему сезону оценили накануне на месте представители профильных ведомств НАО Заполярного района и окружной прокуратуры. Делегация, возглавляемая первым вице-губернатором Михаилом Васильевым, посетила отдаленный поселок Варнак на острове Вайгач. Вместе с чиновниками готовность населенного пункта к предстоящей зиме оценил Тимофей Жуков. Первые баржи с углем, дровами и дизельным топливом прибыли на остров Вайгач в поселок Варнак минувшую субботу. Судоходная компания «Катек», выигравшая тендер по доставке грузов, доставила в отдаленный населенный пункт в рамках северного завоза 50 кубометров дров, несколько тонн бензина для населения и уголь для местной котельной. Северный завоз. Вот сейчас выгружаем, уже дистопливо выгрузили, дрова 50 кубов. Ну, сейчас уголь развозим. Ну и плюс новый трактор. Для работы. С нетерпением ждут Варнаки новое жилье и теплое модульное здание фельдшерско-акушерского пункта. Четырехквартирный жилой дом местным жителям обещали еще в 2014 году. Однако компания, выигравшая тендер, оценив громадные расстояния, отказалась от участия в проекте. Глава Юшарского сельсовета предлагает свой путь решения проблемы. На Варнаке надо. Допишите, пожалуйста, Михаил Викторович. Это Александр Витальевич в курсе, я уже обращался с этим вопросом два раза уже. На Варнаке надо построить 24 квартирных дома, и проблема по жилью в Варнаке. Ну, вот мы на Варнак прилетим туда. Да. Ну, и чтобы меня тоже жители знали, значит, два дома построить, 4 квартиры, все, проблема будет. Там дизель новый, да, вот спасибо, Сергею Владимировичу. Линия передачи сравнительно новая. 17 ламп, по-моему, да, если не ошибаюсь, 17 ламп там, ну там поселок небольшой, одна улица морская. Кроме того, среди первоочередных проблем поселка – нехватка рабочих мест. Основное занятие населения – оленеводство. Олени на острове на свободном выгуле. Поэтому проблему решают пока своими силами. Что нужно поселку, чтобы он продолжал жить и работать полноценной жизнью? Жилье новое, работа. У нас 6 безработных, было 16, сейчас 6 осталось. Строим понемногу. Вот сейчас жилье. Самое главное. На встрече в поселковом доме культуры вице-губернатор Михаил Васильев вместе с жителями расставил акценты по востребованным темам, определил направления по улучшению ситуации с трудоустройством и обеспечением продуктами. Тимофей Жуков, Игорь Тарасевич, телеканал «Север», поселок Варнак, остров Вайгач.